отгремел уникальный российский праздник – Старый Новый год. Именно после него большинство россиян убирает праздничные украшения в своих квартирах. Прежде всего, это касается новогодних елок. У граждан, которые предпочитают искусственную зеленую красавицу, проблем куда меньше, чем у тех, кто не оставляет традицию наряжать живое дерево. Возникает актуальный вопрос – куда нести елку? После долгих новогодних каникул сложно настроиться на рабочий лад. Ко многим проблемам добавляется еще и обязательный обряд уборки елки. В наше время довод, что использование живых елок наносит вред окружающей среде, несостоятелен, потому что большинство из того, что продается на елочных базарах, выращивается на специальных фермах. И если совесть граждан относительно покупки елок теперь чиста, то утилизация зеленых красавиц по-прежнему больной вопрос. Его призваны решить вот эти контейнеры, которые появились в поселениях Ленинского района. В Москве и Московской области стартовала программа по утилизации елок. В поселке Развилка мобильный пункт установлен у входа на стадион. Мимо такого контейнера не пройдешь. Высота 3 метра. Надпись «Прием елок». Лесные красавицы загружаются сверху, но если сил не хватает, предусмотрена специальная лесенка. Как можно видеть, в контейнере уже лежит несколько зеленых красавиц. Отрадно, что большинство местных жителей относятся к вопросу утилизации елок очень ответственно. Здесь какой? Искусственный или натуральный елок? Натуральный. Натуральный? Да. А, кстати, вот после Нового года куда будете их отправлять? А уже отправил, я ее сдал. Визор передачи видел, что их там перерабатывают, как вместо удобрений подсыпают и все такое. Какие-то заводы даже сделали, где эти елки перерабатывают. Контейнер стоит, вот приезжает, забирает специальная техника. То есть предпочитаете цивилизованно утилизировать елку? Ну, конечно. Больше всего контейнеров расположено в городе Видное. Они также заметны издалека, и многие жители уже воспользовались этим способом утилизации елки. Правильно утилизированные зеленые красавицы также не наносят вреда окружающей среде. В нашем случае их перерабатывают в щепу, которую потом добавляют в удобрение для новых елок. Вот такое безотходное производство. Сейчас на экране вы можете увидеть список как мобильных пунктов сбора елок, так и стационарных. Их количество позволяет при минимуме усилий утилизировать зеленую красавицу. И в заключение интересный факт. По статистике 4% россиян убирают елку в конце мая.